Приветствую всех на моем канале. Сегодня 15 января на шестом этапе Кубка мира по биатлону 2021-2022 завершилась мужская эстафета. Наша команда стала победителями. Ай да молодцы. Наши биатлонисты на протяжении всей трассы шли в лидерах. Я напомню, что первый стартовал Халили, он передал эстафету Серохвостову, далее Логинову и завершал эстафету Цветков. Вторыми прибежали немцы, уступив нашей команде всего несколько секунд. А вот третьими призерами стали наши братья-белорусы. Завтра, 16 января, завершится шестой этап женскими и мужскими гонками преследования в 14 часов 45 минут и 16 часов 45 минут соответственно. Прямые трансляции соревнований покажет телеканал Матч ТВ. Пожелаем нашим биатлонистам удачи, успехов и новых побед. Всего хорошего. До новых встреч.